чем девушки Северодонецка отличаются от донецких девушек? Чем они отличаются? В принципе, ничем. Это такие же точно красавицы, как и в Донецке. Украина! Чемпион! Украина сила, Украина класса, Украина переможе всех. Пати тайм и драйв вопрос в эфире. Мы продолжаем радоваться Евро и присутствующим гостям. Ребят, какие впечатления от Евро? Все просто супер, я сорвал голос второй раз. Слов нет. What about Ukrainian girls? Oh, beautiful, wow, yeah. Oh, yeah. We love Ukrainian girls. All right, what about Donetsk? Good. We love Ukraine. Ukraine, good, yes. Да. Речевку, пожалуйста. Украина! Та-да-да-дам! И все мы болеем за Украину! Только Украина сегодня проиграла! Ничего страшного, несмотря на погоду, несмотря на проигрыш. Какие ассоциации у вас с Донецком? Первые. Давай. Президент. Нет, на самом деле очень красивый город. Мы гуляли ночью. Мне очень понравились ваши дороги, мне очень понравилась красота города. Очень красивый город, яркий, освещенный. Хорошо, чем славится Полтава? Расскажите донечанам. Галушки, шведская битва. Шведская битва была буквально недавно в Киеве. Да. То есть шведская битва дважды была выиграна. Я здесь бывал раньше, на Донбасс-арене был. Оп, болельщики. Вот на Донбасс-арене бывал. Болел за «Шахтер», сегодня приехал поболеть за сборную Украины. Какое впечатление от Донецка? Классное место. Ну, что тут сказать, все подготовило чудово. Більше не знаю, что сказать, но... Что по поводу украинских девчат, донецких? Ну, украинские девчата все они гарні. Донецькі тим паче, от бачите? Полтавські хлопці тільки на донецьких дівчат і ведуться. Україна вперед! Ничего себе! Итак, у тебя, наверное, первый вопрос. Ты первый раз в Донецке? Не. А сколько? Кожен рік раз по п'ять. Дуже часто буваю в Донецьку. На всіх клубах бував. Дуже гарні дівчата. А по сравнению со Львовом, дівчата краще чи? Украина одна, все дуже гарні. Просто... Главное, что наша отчизна, родина, ну, просто процветала и, не знаю, набирала сил. Всем болельщикам сборной Украины, чтобы они все 19 числа приехали на стадион, поддержали сборную Украины, поболели против англичан, и мы обязательно выиграем. Денис, скажи мне, кто тебя надоумил так разукраситься? Я плохо говорю по-русски, да? Не поверите. Девушка с Авдеевки. Украина!